Умеет взять максимум очков в этих встречах хозяева. Атлантска и Рижская Динамо. И вот Тарасенко. Какой момент! Шайба в воротах. Классно! Классно все сделал Владимир Тарасенко. Казалось, там уже в последний момент отпустил от себя немножко шайбу, но сумел переиграть нападающий сборной России, голкипера сборной России. Еще раз смотрим. Да, Тарасенко, конечно, щелкает как орешки. Такие моменты. Все-таки сумел там подставить в последний момент клюшку. Ну, вот посмотрите, ошибка при выходе из зоны. Тарасенко первый на подборе. Ага. Тут даже не было такого акцентированного броска со стороны Тарасенко.